Так. Воу-воу-воу-воу-воу-воу! А-а-а! Кто это? Пошел! Пошел прочь! Прочь! Вы это видали? А кто это был? Погоди, погоди, погоди! Всем море приветов, друзья и гости моего канала, всем богогашечки, Нептун здесь, и мы начинаем прохождение новой FNAF пародии. Twisted Reality, Origins, то есть начало. Игрушка, ну, относительно новая, то есть всего лишь месяца три назад она вышла, и мне ее тоже предложили, друзья, мои зрители, это игра с предложки. Давайте посмотрим, что это такое. Так, новая игра. Так внезапно-то. Ночь первая. Так, подожди, это кто? Сейчас не могу разобрать. Фредбер, что ли? Нет? Нет, вроде бы. Так. Я могу покупать плюшевых игрушек и использовать их что-то там. Ночь первая. Так. Давайте посмотрим. Что здесь нам нужно делать? Блин, так здорово. Ну, типа фонарик. А, это кассета, можно прослушать, да? Добро пожаловать, говорит. Он говорит, что есть 5 кассет, и на них он говорит мне, что мне нужно здесь делать на работе. О, прикольно. А где вентилятор? Так, что значит есть? Телефон, книжки, телевизор старый, прикольные рисунки. Фак! Черт, тихо. Это удар током, я понял. Это прогонять, видимо, аниматроников, да? Подсветка. Кнопка снизу подсветка, это кнопка удар током, да? То есть, когда там кто-то будет, можно ударять током. Дальше. Оу, прикольно. Что у нас здесь есть? Кто-то, блин, ударил в камеру, смотрите, здесь вон трещины. Жесть, жесть! Какие нехорошие люди, портят камеры. Камера 8. Части и сервис, да? Я здесь, по центру. Это левый коридор. Это правый коридор. И все камеры, блин, побитые. В них что, из воздушки палили? Так, путинг. Опа. Это Фокси? Подожди, подожди. Это же пиратская бухта, почему она пустая? Кто-то убежал уже? Так, здесь он какой-то аниматроник, вот он. Стоит. Жуткий причем. Фредбер, по-моему, да? Это Фредбер, по-моему. Или Фредбер, как там по-разному его называют. Я привык именно Фредбер говорить. Так. Выход. А вон-то, видите, там кто-то есть. Кто-то на меня смотрит вон за решеточки. Так. Security exit, то есть выход охраны, да? Туалеты, понятно. Обеденный зал. Так, окей. Что такое 74, 72, 71? Это что? Это температура, я понял. Ага, когда я использую планшет, у меня нарастает температура, видите? Или нет? А, да, ну вот видите, 70. Мне вот напрягает, что пиратская бухта вроде бы открытая, пустая. 72 уже. А когда я убираю планшет, то температура уменьшается. Хорошо. А где порог? До скольки можно? До 100, наверное? Уже 2 ночи, между прочим. Неплохо так идем. Боже, так прикольно. На него можно нажимать на носик, и он мотает башкой. И что? Я не понимаю, где вентилятор? Я по звуку слышу, что он есть. Слышите, да? Он как будто работает, и поток воздуха от вентилятора, видите, болтает эти флажки наверху. Но его почему-то визуально не видно. А еще знаете, что я нашел? А, на камере, вот, на камере 8 есть... Есть music box, то есть музыкальная шкатулка. Тут какой-то человечек, вон, прыгает. Возможно, это как марионетка.
Помните, да? Нужно постоянно, видимо, заводить шкатулку, но пока, видимо, на первой ночи она у меня не убывает. Вроде бы. И уже 4 ночи. И пока все спокойно. Играем дальше. Так. Воу-воу-воу-воу-воу-воу! А кто это? Пошел, пошел прочь! Прочь! Вы это видали? А кто это был? Погоди, погоди, погоди. Температура тоже, видите, нарастает, когда я использую электроэнергию и подсветку. Я на камере за кого-то запалил. Но это был не Фред Бир, потому что он здесь стоит, видите? Ну или кто это, не знаю. Но он стоял здесь все время и до сих пор... Кто? А на меня-то кто нападал? Какой аниматроник? Мне вообще, знаете, на секунду показалось, что это какой-то призрак. Не могу понять, откуда он пришел. Я здесь никого не вижу, кроме вот на сцене Фредбера и... вон, да видите, какая-то морда тоже смотрит на меня. То ли это решетка какая-то, то ли это телевизор. Короче, непонятно. О. Тут еще можно переключать на шахты вентиляции, смотрите. Это я. Походу дело, да? Эта камера прям на меня смотрит. Да! 6! Я прожил первую ночь. Поздновато, конечно, заметил про шахту. Уже под утро. Но сейчас, видимо, на второй ночи, а нам нужно будет более внимательно на это дело изучать. Что это? Вхак о Фредди? Пам-пам-пам-пам-парам-пам. Нужно, видимо, ударять по Фредди штукой. По пути. Так, так, так. О, прикольно, люблю такие мини-игрушки. Ох, они все одновременно, вы что, охренели? Сейчас рекорды буду бить. Так. Фига, я просто рекордсмен в этой игре. Разработчик, наверное, в шоке сейчас сидит. Типа, кто так офигительно играет? Жалко, что статистики нету, да? Какой-нибудь там онлайн. Сейчас бы Нептун на первом месте был, как обычно. Фига. Я что, зарабатываю? Время подходит к завершению. Фига, я монстр. Фух. 4225. Неплохо, блин, круто. Так, 40 ПТС, это что? Хватит так делать! 40 ПТС, это что? Ночь номер 2. Давайте сегодня еще и вторую ночь тоже затащим. Ну типа, а чё нам? Одна ночь-то мало, надо по две хотя бы. Так... Ты можешь покупать плюшевые игрушки и использовать читы в экстра. А. Ну так экстра еще нужно открыть. Они мне уже предлагают читы типа использовать. Так, это кассета номер 2. Бла-бла-бла. Аниматроников, да, будем все обсуждать. Так, монитор. Let's start off with the music box. If you click on camera 8, a button will pop out. Да, камера 8, вот. Ах, что? Get ready for showtime. Что это было? Какого хрена, чувак? Это вообще законно? Нельзя убивать, когда ты фангая слушаешь. Опа, секретные мини-игрушки, что ли? Ай! Направил. Да фак! Нужно перепрыгивать патрончики. Маленьким белым зайчиком. Ай, больно. Да фак! Черт, я проиграл. Блин, там нужно было их перепрыгивать. Тяжело. Twisted reality. Погнали дальше. А, их изначально здесь два. На сцене два аниматроника. Фред Бир и... Какой-то кролик, что ли, непонятный. С гитарой. Как Бонни, да? Кто меня убил?
Он говорит про камеру 8. По-моему, кто-то... Да что? Да что? Ты кто? Полегче, парень. Полегче. Он тупо меня убивает уже дважды в одном и том же месте. Какого хрена? Ты кто вообще? Я тебя уволю, понял? Тебе бан дам. Все, тебе бан. Все, гуляй. Гуляй. Бан тебе. А, все, я понял. Он же говорит, типа, смотри на восьмую камеру. На восьмой камере здесь шкатулка. Вот меня и она убивает. Блин, а как ее заводить? Во. Нужно на саму шкалу нажимать. Все, шкала убывает, и меня за это убивает какой-то аниматроник. Какой-то из этих, видимо, медведей маленьких, да? Вот чем-то напоминает Хелпи, да? Очень похоже на Хелпи. Только это нифига не Хелпи. Хелпи добрый, а это злые. Так, теперь он говорит, что про вентиляцию, да? То есть может включать сюда. Так, это мои ноги. Ну, допустим, друзья, допустим, кто-то ползет по шахте. Что я должен здесь делать? Тут же нет ни удара током, ничего не это. Он говорит, типа, нужно проверять шахту. Это я понял, но ведь зачем? Что-то звуки странные. Тихо. Тихо. Шкатулка как-то прям очень быстро убывает. Я не успеваю ее подкручивать. Так, ладно, допустим. В коридорах спокойно. Оба ушли, оба аниматроника. Это Заяц с гитарой и Фредбир тоже ушли. Вот он. Вот он, Заяц, да? Ошибись. Вот Фредбир тоже здесь. Возможно, это не Фредбир, но, блин, он похож на него. Что делать с шахтой? Кто-нибудь мне объясните вот это. Вот здесь. Может, нужно просто смотреть? Когда буду просто смотреть, то типа... я кого-то буду прогонять, видимо, да? Возможно, мой взгляд слишком невыносим. И они все бегают в страхе, как только я на них посмотрю. Черт, здесь аниматроник. Видите, он в левом коридоре. Но, блин, его пока нет. Чертов аниматроник. Мне шкатулка убывает, и аниматроник там стоит. Зайчик. Попрыгайчик. Черт. И шкатулку еще надо заводить. Что-то вроде только вторая ночь, а уже у меня проблемы. Черт, где он? Меня напрягает, что он не заходит. Черт, заходи. Может, нужно просто его... Может, только его достанет отсюда? Может, если он дарахнет сейчас током, он пропадет? Чувак, чего тебе надо? Уйди. Ты не напрягаешь. Меня так никто не напрягает, как ты. Так. О, Фредбир там в туалете сидит. Ошибись. Песня там поет, видите, с микрофоном стоял. Я пойду, говорит, в туалет. Пойду. Тихо. Пойду, говорит, песню спою. Так, шкатулка, тихо. Я прогнал только что аниматроника. Хрена он бешеный подошел, ко мне подкрался так еще. Беспалевно, тихо, да? Хрен еще узнает, что он там. Вот они оба. Два голубка. Ходят тут, блин. Меня пугает. Так. Шахты вентиляции. Давайте проверяем. Все чисто. В коридорах чисто. Заводим шкатулку. Боже, играем дальше. Слушайте, прикольно FNAF пародия. Тут еще мини-игрушки есть. Забавно. Я, правда, не понял, вот как мне защищать себя от вентиляционной шахты. Ее никак нельзя закрыть, например. Там в ней нельзя ударить током никого. То есть пока непонятно. Как это геймплейно можно решать эти проблемы? Но я думаю, что мы рано или поздно с этим разберемся, да? А уже, между прочим, 4 ночи. Здорово, мужик! Как дела? Как жизнь молодая? Где твой корефан?
Где твой зайчик, дружок зайчик, а? Куда он там утопал? Тихо, напрягает. Все эти помехи. Может, он по шахте ползет? Вроде нет. Уже 5. Скоро затащим. Ой, шкатулка. Забыл совсем. Заводись. Опа, опа, опа. Опа, с правой стороны уже Фредбер пришел этот. Дикий. Черт. Черт, заводись, заводись. А это ведь только... Вторая ночь. А я уже немножко потею. Че будет дальше? Че будет, блин, дальше, а? Мне страшно даже об этом подумать. Они оба здесь. Оу-е! Да. 6 утра, мы прошли 2 ночи. Так, мини-игрушка, по идее, должна быть какая-то, да? Давайте. Опять бить Фреддиков по голове? Да ладно, опять? Так это же не Фреддики, это уже другие, да? Или те же? Блин, по-моему, это другие игрушки. Ай, промазал одного, не добил. А что я с этого получаю, интересно бы знать. Мне же должны давать что-то награду, правильно? Тут, блин, какой-нибудь кликер нужно завести. Так, 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 так. Вон там дети же иногда орут. Вот, видите, опять. Это когда 1000 набираю, я понял. Когда набираю 1000, орут дети, типа, я там что-то достигаю. Что мне это все дает? Объясните мне кто-нибудь, а? В комментах. Может, я как-то себе дополнительно зарабатываю бонус на эти? Вот, чуть-чуть вот я попромазывал, по идее, максимально, возможно, здесь 5000 можно найти. Вот, видите, ПТС, это что? Я 40 ПТС зарабатываю. Уа-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 хватит. 40 ПТС. Ночь третья. Бу-га-га. Twisted Reality. Да? Do not overhead your office. Чуть не понял. Блин. Третья ночь. Жесть. Ну. Хе-хей. Ну, на этом можно поставить сегодня паузу в нашем прихождении, друзья. Надеюсь, вам понравилась эта игрушка. Непременно поддержите мое прихождение. И ждите вторую серию. Будем проходить третью и четвертую ночи. И постепенно-постепенно доберемся до финальных ночей. И до кастомной ночи, возможно, которая здесь есть. И до менюшки экстра, которую мы непременно должны открыть. Ставьте пальчик вверх, вступайте в группу ВКонтакте, жмякайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео, и подписывайтесь на мой Инстаграм. Все ссылочки есть в описании под видео. Желаю всем добра и позитива, друзья. Всем пока-пока.